Где-то это есть потеря кормильца. Действительно, людям нужно будут существенные деньги на продолжение дальнейшей жизни. Вот. Кому-то эти деньги нужны будут в меньшей степени, поэтому у нас ко всему будет, каждому будет индивидуальный подход. И мы не говорим о разовых выплатах. То есть разовые выплаты пройдут, но мы планируем оказывать какое-то продолжительное количество времени, то есть в течение нескольких лет. Произошедшую трагедию судовладелец называет стечением худших обстоятельств. Он отмечает, что экипаж был ученый и опытный, готовый к подобным ситуациям. Но море в этот раз, по его мнению, оказалось аномально холодным и непокорным. Версия. Это произошло ввиду штормовой погоды и обледенения судна. То есть Владспорт – это то место, через которое выбирается ярус. Зашла волна, судно получило крен на правый борт, а так как были элементы обледенения судна, это соответственно добавило ситуацию. И вот наложение двух вот этих факторов привело к трагедии.